Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбабай, сегодня с вами мы поиграем в игру, которая называется Airhead. Воздухоголовый — это приключение в обширном взаимосвязанном мире, где нам предстоит исследовать, развиваться и решать сложные головоломки, чтобы добиться успеха. Мы с вами будем играть за воздухоголового — маленькое тело и наполненное воздухом существо, которое служит ему головой. И пока голова медленно, но верно сдувается, у нас есть шанс спасти ей жизнь. Игра вышла 12 февраля, у нее положительные отзывы в Стиме. Мы сделали с вами такой первый взгляд. Поехали. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Начать игру. Так, как ты хочешь играть в Airhead? Отображение подсказки, контрольные точки, подсвечивать объекты взаимодействия, обучение. Да, я все это хочу. Поехали. Какое-то землетрясение. И вот наше существо. Хорошо, игра началась. Угу. Так, могу двигать, отлично. Подойдите к предмету, чтобы толкнуть его. Удерживайте G, чтобы схватить и перетащить предмет, если в руках еще ничего нет. Ага, G. Так он вроде как бы и так. А, типа надо держать. Когда появится значок подсказки, нажмите A, чтобы открыть подсказку для головоломки. А у нас разве головоломка? Так, ну давайте нажмем H. Если камень помог забраться на одну сторону, поможет и на другую. А нам надо куда-то забраться? Так, ну тут реально ничего нету. Хорошо, значит, надо хватать. Я вот что думаю, может быть, лучше попробовать подключить геймпад. Сейчас, секундочку. Так, с геймпадом не получилось, у него батарейка села. Заряжать некогда. И провод вот потерял я. Так, ну он покатился, и что? А, вот сюда надо было все-таки. Ну окей. Значок библиотеки отображается при добавлении в нее новой записи. В библиотеку можно зайти из меню паузы. Так. Продолжим. Часть последнего сохранения настройки главного меню. Так, библиотека. Тело. Воздушный охотник. И как мне про него читать? Семейное существо. А, вот. Все члены семьи заботятся о потомстве, пока оно находится в состоянии личинки. Окей, тело. Нет данных, создан новый файл. Паразит под названием тело. Цель неизвестна. Так, ну и карта. Мы сейчас здесь. А, все-таки там что-то есть, да? Голова, я так понимаю, внизу. Левый контур, тело в центре. Ну, оно так в центре стоит. Да, то есть внизу голова находится. Так, ну пока вышел. Это бесполезно, да?
Так, ты не нападаешь на меня. А этому что-то добавилось в библиотеку? Да, четвероногие. Прочная внешняя мембрана. Увеличенная толщина для защиты от низких температур подземных вод. И большие конечности для передвижения. Малые для взаимодействия с предметами. В частности, с основным источником пропитания семянками. Угу. Осталось мне понять, куда мне надо. Ну, скорее всего, я так понимаю, за головой надо идти. А, нет. Обратите внимание, что вы в любой момент можете поменять настройки для подсказок, обучения подсвечивания объектов в меню руководства. Хорошо. Не сюда я хотел. Ага. Подойдите к предмету, чтобы толкнуть его. Удерживайте G, чтобы схватить... Ну, это понятно. Это вы каждый раз мне будете давать такие подсказки? Я думал, один раз дали, и все. Все, по идее, можно потом будет вытащить. Ну, тут вообще никак. То есть мне надо как-то забрать голову. Сюда я никак не перепрыгну. Здесь все это дело мешает. А как мне забрать голову? Голова здесь внизу лежит. Еще раз карту. Голова внизу. Никакого взаимодействия нет. Здесь ничего нет. Так, а ты можешь так дел хватать? Под водой не может. Может, тут какой-то был проход, и я его не видел? Ничего. Ну да, это просто выход и все. Сейчас его вытащит, правильно? Хорошо, допустим. А, это просто... Это не конец карты, просто я еще ее не открыл. А, тут лиана. Ну, здорово, здорово. Так, карту открываем. Здесь мы пройти не можем. Ну, давайте цепанем. А. Понятно, он не дает мне. Нажмите G, чтобы поднять или бросить предметы размером с голову.
И что мне делать? Угу. Возможно, теперь просто я смогу там камень сдвинуть. Да. Ну, допустим, проход есть. Карту. Давай пока туда сходим, посмотрим, что здесь есть. Ничего здесь нет, да? Да, полная темнота. Ничего нет. Ладно. Вариантов особо-то и нет. Путь только один. Нажмите пробел, чтобы запрыгнуть на платформу за телом. За телом. А, то есть либо сюда можно было. Ага. А ты кто? Здрасте, приехали. То ли это какой-то агрегат. Так, мне либо толкать, либо убирать. Вот и голова. Симбиоз, найди голову. Ну, нашел. Удерживайте К около баллона с воздухом, чтобы поднадуться и сохранить прогресс. А. Так, я вижу, голова сдувается. Ты теряешь воздух, когда двигаешься или оставляешь голову одну. Белая сфера позволяет следить, сколько воздуха осталось. Да это я понял. Это что дает? А, это возможность летать дает, ничего себе. Типа гелия, там воздух. А нафига я сюда? Просто пока не очень понятно, куда мне надо, да? Ну, получается, надо будет выше. А выше я не пройду. Только если я не сниму голову. Просто она светится, возможно, я смогу... А, ты не сможешь... Я понял, он не сможет с ней залезть, потому что он ее держит своими руками.
Все. Так, а как что там ее положить? Нормально. А если я упущу этот момент, то получается я помру, правильно? Воздух кончится и все. Мне наверх. А как только это сделать? Хм. Носить голову не очень удобно, потому что тебе нужны обе руки, чтобы схватиться за уступ или притащить предмет. Это я понял. Делать там ничего. Тащить предмет, а куда? Так, возьми. Ага. Это будет какой-то лифт. Так, пока паду и откроем карту. Я все сломал. Лифт мне должен поднять, но я не смогу запрыгнуть в лифт. Что мне делать? А, сюда он никак не хочет. Ну, только вниз прыгать. Других вариантов особо-то и нет. Если потеряешься, нажми М, чтобы взглянуть на карту. Так, спасибо, это я и так понял. А, ты хочешь, чтобы я теперь подвинул тебя? Ну, как вариант, да. Не трать зря воздух. Используй баллон с воздухом, когда у тебя нет головы. Понятно. Он уже начинает моргать там вовсю. Так, ну смотри, попробуем сейчас туда спуститься, да? Ты освещаешь? Не освещает. Блин, зря пришел. Не забывай сохраняться у баллона с воздухом, чтобы не потерять свой прогресс. Это я понял, я бегу к воздуху. Не успел! Офигеть. Доля секунды. Я просто думал, что он сможет сбегать вниз у него, что вроде как голова горит. Может быть, надо сначала накачать, потом идти и бежать. Да я понял. Просто там такое заманчивое место. Блин, сейчас опять кончится воздух. Нет бы найти дырочку, через которую воздух проходит, и все залатать. Нет. Ничего нету полезного. Ну опять помру сейчас, это 100%. Не, успел. Успел. Удерживайте L, чтобы постепенно сдуть голову. Нажмите R, чтобы загрузить последнее сохранение. Да ё-моё, теперь L. И чё? А, типа умереть? Надо было перепрыгнуть, я понял.
Где баллон? Да, ёпта, я опять не добежал. То есть, получается, надо сначала добежать до этого, до баллона, а потом камень дергать. Ну, еще было бы здорово, если бы ты залез бы. Но я не успею теперь. Да, у меня еще меньше осталось времени. Так, чего-то я не понимаю. Может быть, надо было мне просто бежать и все вперед. А, я просто себе сделал короткий путь. Хорошо. Вот, теперь понятно. Теперь я смогу добежать. А, вот этот, получается, значок, это моя цель. Я думаю, что за квадратный значок? Ага. Так она плавать-то не умеет, эта голова. А, и как... А, опускается все-таки. И что, помер я? Помер? Под водой очень фигово управляется. Просто отвратительно управляется под водой. Ну, опускайся вниз-то, ну. Не, он не хочет. Не понимаю прикола. Можно вниз, но он вниз не опускается. Так я ничего не сделаю. Какое-то прям чудо произошло. Ой, не то взял. Опа, отлично. Ничего не происходит. Допустим. Вот это я молодец, конечно, да, ну ладно, хорошо. Так, надо понять сейчас. Я могу еще выше. Но я хочу спрыгнуть вниз. То есть, пока я стою, ничего не происходит, да? У нас есть какая-то здесь, получается, загадка.
Мне надо наверх, понятное дело. Может быть, мне им голову отдать? Так, стоп. Тут, по-моему, камни можно сдвинуть. Отлично. Проиграл. Ха-ха. Так, момент интересный. Это мне надо успеть, получается, потом забрать у него, что ли, так? На, получи пока. Ну, не успел, получается, да? Не успел. Хотя, с другой стороны, я могу просто вообще ему не давать эту голову. Правильно, прямо здесь положу, да и все. Вот и все. Не, подожди, возьми. Для чего? Не, подожди, возьми, не то. Ага. Хорошо. А, блин. Подожди. Это чтобы залезть. Ой-ой-ой. Фу-ху. Чуть не помер. Да блин, я же не смогу ничего сделать-то. Я не очень понимаю, потому что с головой я ни здесь не пройду, ни там не пройду. Какой мне был смысл? Нет, это без вариантов. Я здесь должен как-то пройти с головой, но мне не получается. Хм. Может быть, пока что рано идти? Да, не ту кнопку нажимаю. В общем, тогда пока летим, раз нам нужно наверх. А, туда тоже можно было попасть. Ну ладно, давай, раз... мы здесь, и нам надо сюда. А, так я ничего сделать не могу. Тут вообще без вариантов. Да не то взял. Фух, успел. На доли секунды, но успел. Есть какой-то проход здесь, да? Да, вот там в темноте. Да, блин, не ту кнопку еще нажимаю.
Давай, 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 вот здесь вот. Ну, сдуйся ты, пожалуйста. Или тут я уже был? А, тут был светлячок-то этот. Я могу пройти сюда. Могу вернуться наверх. А зачем? Какой в этом смысл? Мне, по идее, надо, получается, каким-то образом попасть сюда. Но попасть сюда я не могу. Потому что узкие проходы. Наверх тоже попасть я не могу без вариантов вообще никак. Так, очень странно. Ну, вариант только получается конкретно сюда. Здесь мы уже все попробовали, здесь никаких вариантов нет. Наверх попасть я никак не могу. Да, видите, здесь тоже мешает. И здесь мешает. Да. Хорошо, то есть получается, вариант все-таки правильно был здесь. Но тогда как попасть мне здесь? А, ну наверх туда я попасть с ним как не могу. Я не понимаю все-таки, как мне здесь с головой-то быть. Я ни здесь не прохожу, ни там не прохожу. Без головы я пройду. С головой я не прохожу. А ты можешь ее толкать? Нет, видишь, он не может ее толкать. Он либо ее берет, либо не берет. И здесь никак не получается. Да не то взял. Может быть, мне надо голову положить сюда и потом камнем двигать? Получается только такой вариант. Других вариантов особо и нет. Давай. Отлично. Так, наверх. Да, голову возьми. А, он по-любому мне сейчас заберет голову, да? В принципе, и все. Немножко помог. Блин, опять плавать, серьезно. Так, какие варианты? Только... А, попробовать, чтобы ему опять-таки отдать, чтобы он наверх залез. Ну на, возьми. Ёптать. Я сейчас сдохну, я что-то не пойму, вот загадки никакой. Сдох. Хм.
дал ему сюда. Может быть, он тащит до какого-то момента. А, видишь, он, я должен был забрать. Сейчас опять высосут воздух весь и все. Типа они его накачали. Ему нужен был воздух, чтобы накачать третьего. Ясно, понятно. Бросаем. То есть смотри, мы сейчас, получается, перепрыгиваем сюда. Ждем, когда он притащит нам голову. Ах, не успел! Не успел. Тут доля секунды, получается, была. Блин. Вот это сейчас было обидно. Ладно, хорошо. Возьмем пораньше. Допустим. Теперь надо успеть до насоса. Ну? Качай. Да не то сделал-то, качай. Фух. Так, подожди, я что-то не очень пойму, где я сейчас. Ага, ну, в принципе, все правильно пришел. Блин, они опять мне тут просят голову. Хм. Отдавать-то им голову опасно. А у меня вариантов нету. А, наверх я не залезу. Ну давайте тогда отдавать. Подожди, сейчас накачаю голову. Так. Так. Не понял ничего. Давай раскачиваться, получается, надо будет. Но я не успею. Не понял пока смысл вот этой загадки сейчас. Я по-любому должен отпустить голову, чтобы залезть наверх. Я не так не заберусь, не так не заберусь. По-любому они мне заберут эту голову. Тогда я не понимаю прикола. Ну все, я не успел. Ну давайте использовать подсказку, потому что я что-то не понимаю. Помогать другим, возможно, они оплатят тебе тем же. Но что нужно воздушным охотникам? В смысле, голова им нужна, блин, что им еще надо? Я-то что могу сделать? У меня нет вариантов. Ну вот он взял, и чё? Так я же не успеваю ничего сделать-то. Может быть, типа, надо успеть?
Так я не успеваю, это же без вариантов вообще абсолютно. Я не понимаю действительно на самом деле, что тут происходит. Ну и все, и он залез, и все. Я не вижу решения этой загадки никак вообще. Да, я сдвинул лифт, но смысл от этого ноль. Потому что я не успеваю потом вернуться тупо. Ну и все. Может быть, надо сделать что-то с их головой? Ну, вернее, с головой, вот это с этим третьим. То есть, смотри, я оставляю голову здесь. Бегу туда. Запрыгиваю. Беру голову. Вернее, третьего. Он запрыгивает сюда. Может, если он, получается, забирает, тогда мне нужно будет тащить прямо сюда. Он, по идее, должен вернуться. Блин, теперь голову не успел накачать. Что за бред-то? Мне надо успеть скинуть голову и... брось на месте. Сюда. Потом сюда, быстрее, 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 максимум. Да ёб твою налево, не успел. Это не очень удобно, конечно. Он медленный, поэтому, в принципе, может быть, я успею вот сюда взять голову. Да, голову возьми, накачай. Да, иди, пока тело вернется, да, я понимаю. Не успел. Кнопки перепутал, блин, опять. Так, тебя сюда. Бегом сюда. Так, идешь сюда. Идешь сюда. Голову возьми. Давай, 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 давай. Раскачку. Давай быстрей. Назад. Успел. Успел. Ну и смысл. Назад-то я снова не выберусь. Это опять какая-то загадка непонятная, да? Так, стоп. Качаем голову. Сюда. Потом сюда. Бросаем. Бежим к их головешке. Цепляем. Иди сюда. Бежим сюда.
Бросаем. Бросаем, сказал. Успел надуть. Бросил. Не понимаю, что надо делать. Вот в чем проблема. Как я должен попасть наверх? Не работает. Ну, тогда я теперь уже точно встрял. То есть я смог опустить лифт, но я не понимаю, как мне теперь вернуться назад. Я ни с тем не могу нормально ничем взаимодействовать. Но, наверное, будем на этом заканчивать игру, потому что головоломка все капитальная. Решить я ее не понимаю, как ее решить. Я просто никуда уже не могу двигаться, у меня только вот эта вот голова стоит и все. Я не прыгать не могу, ничего. Я могу его сюда бросить. Сюда. Сюда, но смысла опять никакого нет. Наверх тоже смысла нет. А подсказка что скажет? Да, это мне ничего вообще подсказка не дает. Какая-то фигня. Да, ладно, вот такая, в общем, игра. Загадку я не решил, я не знаю, как ее тут решить. Пишите свое мнение в комментариях. Может быть, у вас есть вариант, как эту голову... Вернее, эту загадку решить с этой головой. На сегодня мне все. Вот такая вот игра. Кого заинтересует, то ссылочка на игру в Steam в описании под видео. Как все, на сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята. Всем пока.